Вторая встреча в рамках проекта «12 артефактов» получилась не менее яркой, чем старт инициативы. Организаторы анонсировали, каждый вернисаж будет по-настоящему удивлять. Поэтому очередной выставленный на обозрение публики предмет вызвал интерес не только у горожан, но и у историков. Каждый посетитель нашего музея, брещанин или гости нашего города, могли увидеть в течение 7 дней каждый месяц один из этих 12 артефактов, каждый из которых сродни определению первый, единственный, уникальный. То есть это настолько редкая возможность увидеть эти предметы, потому что мы их храним в наших запасниках. Они настолько ценны, что мы не показываем их в оригинальном виде. У нас экспонируются муляжи, копии этих предметов. Вот, поэтому прекрасная возможность увидеть всем, это, конечно же, правильно. Поэтому мы приглашаем всех вас прийти к нам в музей в гости обязательно. Очередной представленный экспонат также связан с историей городища, расположенного на территории сегодняшнего музея Берестия. Это костяная фигура шахматного короля, датированная 12-13 веком. Необычный предмет – свидетель культуры и быта жителей Старого Берестия. Сегодня представлен шахматный король. Костяной, датируемый второй половиной 12-13 веком. Прекрасная, уникальная находка. Она является, по сути, шедевром декоративного искусства. И, вы знаете, важный момент в том, что сегодня люди, которые приходят в музей, они могут сакцентировать свое внимание именно на конкретном артефакте и через него познать вот этот глубокий уровень духовности и развития материальной культуры в глубоком средневековье. Проект «12 артефактов» с каждым разом все больше погружает жителей нынешнего города в быт и традиции, существовавшие на этой территории столетия назад. И это действительно интересно, ведь представляемые на выставках предметы были живыми свидетелями истории, истории тысячелетнего Бреста. Совсем скоро организаторы представят очередной уникальный предмет на обозрение публики, так что следите за афишей.